На площади в 252 квадратных метра будут соревноваться в скорости и маневренности 12 стилизованных болидов. Аттракцион, способный принимать и детей, и взрослых, относится к категории семейных. Его особенностью является возможность задействовать болиды в 5 скоростных режимах. Автодром станет 13-м аттракционом Сочи парка и будет включен в единый входной билет. Открытие аттракциона для публики состоится 17 июля.